Что многими воспринимается как народная песня. До сегодняшнего времени «Соловей» остается одним из самых известных русских романсов, давно войдя в классику всей российской культуры. Такой популярности способствовала удивительная выразительность и душевная простота музыки. Авторский музыкальный оригинал романса не содержит никаких сложных пассажей и мелодических фиоритур, которые были добавлены в дальнейшем новыми исполнителями к новым музыкальным обработкам уже ставшего известным романсом. Итак, мы приглашаем на сцену артиста Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан, выпускника 2015 года Виктора Севастьянова.